Здравствуйте. О главных происшествиях в области через объектив нашей камеры. В Макеевке покончил с собой школьник. 7-летнего ребенка нашли повешенным на спортивной площадке. В милиции уверены, это был суицид. По их данным, о своем желании свести счеты с жизнью мальчик говорил сверстникам за несколько часов до трагедии. Мог ли 7-летний ребенок наложить на себя руки и что толкнуло его на это, выясняли журналисты камеры. Известие о смерти 7-летнего ребенка жителей поселка Землянки шокировало. Они до сих пор не могут поверить, что мальчик мог наложить на себя руки. Говорят, он был веселым и общительным. Почему решил покончить с собой, не предполагают. Семья положительная, ребенок жизнерадостный, веселый был. Все, больше не могу вам ничего сказать. А со сверстниками нормально общался? Замечательно. У него очень много друзей было. Это и вчера все были даже на похоронах. Активный, игривый. Как и все. И нормальный мальчик был. Обыкновенный, пацан их пацан. Шкодливый. Шкодливые, они все шкодливые. А так же нормальный парень был. И брать постоянно с ним все время гулялся. А что у него в голове стукнуло такое? Все произошло около часа дня. Тело ребенка обнаружил один из местных жителей на спортивной площадке. Мальчик висел на веревке на турнике всего в 10 метрах от собственного дома. По словам родных, мальчика в тот день ничего не предвещало беды. Утром ребенок, как обычно, пошел гулять с друзьями. Больше его не видели. Абсолютно нормальная семья. В семье, то есть конфликтов никаких не было, таких острых каких-то моментов. Ранее в поле зрения милиции в данной семье не попадало, как неблагополучно или там как поносили в семье. Таких проявлений там не было. Какие там были мотивы? Ну, пока мотивы не установлены, потому что и со сверстниками он нормально дружил, гулял, пользовался он своим там авторитетом в своей компании. Никаких там в отношении него правонарушений тоже не совершалось. То, что это суицид, в милиции не сомневаются. Утверждают, никаких телесных повреждений, кроме следа от веревки, на теле ребенка не было. К тому же, как казалось, мальчик говорил о том, что хочет умереть своим сверстникам. Мальчик, играя со своими сверстниками, он высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. Ну, естественно, что детки маленькие, они этому значения не придали. О желании покончить с собой ребенок говорил не только в тот день. Как рассказали его друзья, до этого он несколько раз грозился наложить на себя руки. Почему собирался это сделать, не знают. По словам психологов, дети нередко идут на самоубийство. Одни для того, чтобы привлечь к себе внимание, другие таким образом хотят уйти от проблем. Поводом может стать неразделенная любовь, конфликты со сверстниками или непонимание в семье. Сам по себе в этом случае суицид – это реакция на непреодолимую боль, непреодолимую ситуацию какую-либо, когда нет еще навыков, умений и нет, знаете, что здесь самого главного нет? Здесь нет уверенности в своем окружении, нет уверенности в том, что близкие люди могут помочь решить эту ситуацию. Как правило, мысль о суициде не возникает спонтанно. Дети тщательно обдумывают свое решение. И здесь, по словам психологов, главное вовремя заметить изменения в поведении ребенка. Дети об этом говорят. Иногда они это говорят для того, чтобы похвастаться, скажем так, в среде своих друзей, произвести на них впечатление какого-то очень сильного, такого отчаянного, взрослого даже человека. Но чаще всего можно наблюдать по таким проявлениям, как депрессивное состояние какие-либо, временами проявления излишней раздражительности, импульсивности какой-либо, либо же это ситуация, когда ребенок полностью кардинально меняет свое поведение. Если это происходит, психологи советуют не давить на ребенка, не задавая слишком много вопросов, а просто уделять ему как можно больше времени. Главное в этой ситуации показать, что близкие его любят и помогут решить любую проблему. Жилой дом в Макеевке мог взлететь на воздух. В центрально-городском районе в одной из квартир произошел пожар. При этом на кухне на плите были открыты все газовые горелки. Несколько минут промедления и произошел бы взрыв, говорят спасатели. Трагедию удалось избежать чудом. Как выяснили правоохранители, возгорание было не случайным. Квартиру подожгли двое подростков. С помощью огня и газа они пытались скрыть следы другого преступления. Подробнее в сюжете камеры. Проснулись от дыма. Я услышала дым. Я сплю в комнате здесь, поэтому я первая услышала. Выглянув в окно, Марина увидела, что горит квартира соседа. В самом подъезде уже стояли клубы дыма. Мы схватили документы, бегом вниз, по пути соседи всех будили. Соседи выскакивали из квартиры, вызвали, конечно же, пожарную. Пожарная приехала сразу.
потушили пожар. В квартире сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина жилища. То, что мужчина погиб не от отравления угарным газом, поняли сразу и вызвали сотрудников милиции. На момент осмотра трупа у него были обнаружены 3 ножевых ранения шеи и перелом основания свода черепа и черепно-мозговые травмы. С правой стороны височная часть, затылочная часть, множественная. Погибший мужчина жил один, но в квартире у него часто собирались шумные компании. Тот вечер не стал исключением. Около 9 вечера соседи видели, как 55-летнему инвалиду заходили 2 молодых людей. И даже слышали крики о помощи, но значения не придали. Очень крепко пил. Компания к нему ходила здесь, ребята молодые, даже лиц у нас был неспокойный, мы уже, в принципе, к этому привыкли. Но он кричал, что его убивают. Мы бегом к двери сначала, муж начал ломиться в двери, как только он начал ломиться, шум стих. Но мы к этому привыкли, здесь такое часто бывало. Мы к этому привыкли. Милиция не приехала, мы легли спать и... Кто в тот вечер приходил в гости к инвалиду, правоохранители выяснили быстро. Этой же ночью они задержали подозреваемых. Ими оказались 2 17-летних местных жителей, которые были знакомы с пенсионером. Оба ранее судимы, один за наркотики, другой за угон автомобиля. Но обои они не сидели, так как были малолетки. Нигде не учились, нигде не работали, ну, естественно, ничем положительным они не занимались. Один из задержанных давно знает потерпевшего и... Якобы он предполагал, что у него есть карточка, на которой находится большая сумма денег. И об этом он рассказал своему другу-подельнику. Молодые люди решили навестить знакомого инвалида. Ничего не подозревающий мужчина впустил подростков. Как только закрылась дверь, молодые люди начали его избивать. Сначала ножками от стула, затем в ход пустили нож. Нанося удары ножом, то есть в шею вот сюда вот, снизу получается, он это наносил. Да, несколько раз. Все, потом постучались. Какой цель еще ножом? Ну, наверное, чтобы убить его конкретно. Чтобы конкретно убить? Да. В это время я искал деньги. 2 мобильных телефона и 70 гривен – единственное, что нашли подростки. Забрав их, ушли. Чтобы никто из соседей их не увидел, квартиру покидали через чердак. Уже на улице злоумышленники решили, что могли оставить отпечатки пальцев, поэтому снова вернулись на место преступления. Открыв газ на кухне, подростки подожгли квартиру и ушли. Взрыва удалось избежать только благодаря своевременному вызову пожарных. Теперь молодым людям придется отвечать не только за умышленное убийство, но и за поджог. Несмотря на то, что им нет еще и 18, за жестокое преступление остаток жизни они могут провести в тюрьме. Подводные камни автогражданки. Несколько тысяч жалоб на недобросовестную работу страховых компаний ежегодно поступают от водителей в управление Госфинуслуг и Моторное бюро Украины. Причем количество таких обращений с каждым годом растет. Автомобилисты вынуждены оформлять автогражданку, а вот получить обещанную компенсацию в случае ДТП не могут. Сроки выплат страховщики затягивают на месяцы и даже годы. Почему водители не могут получить обещанную компенсацию и как бороться с недобросовестными компаниями, в материале камеры. Для Максима Терещенкова автомобиль – его хлеб. Мужчина работает строителем, возить инструменты, стройматериалы приходится на машине. Когда попал в ДТП, затягивать с ремонтом не стал. Чтобы восстановить машину, занял деньги у друзей. Вернуть планировал через пару месяцев, сразу после получения выплат по страховке. На запчасти, что на работу, цены не маленькие. Вышло больше, чем они мне к выплате, но уже ради бога ждал уже хотя бы этих 8,5. Ну, занялся же деньги, получается, как пообещала страховая, под конец месяца выплата. А уже с конца мая прошло сколько? 3-4 месяца. Люди же тоже ждут уже некрасиво глазами смотреть. Ну, и всем все по барабану. Как бы страховую ничего не интересует. Звоню им, когда выплата, то звоните, делайте, что хотите, нам все без разницы. Максим Терещенков уверен, страховые выплаты затягивают специально. Все необходимые документы для получения компенсации предоставили еще в конце февраля. Через 3 месяца, когда подошел конечный срок выплаты, мужчине сообщили, что не хватает копии генеральной доверенности на машину. Я звоню в страховой, говорю, ну вот вы получили все доверенности, все бумажки. Когда будет выплата? Ну, как мы вам говорили, 105 дней с подачи последнего документа в страховую. То есть, говорят, еще ждать 105 дней.
Уже прошло полгода, больше полгода. Еще предлагают подождать 3 месяца. Мне уже просто нервов не хватает. Это обязательное страховательство. Страхование оно называется у нас, которое не выплат, ничего не добьешься. Теперь добиваться законных выплат мужчина собирается через суд. О том, как работают страховые компании и почему затягивают с выплатами, знают в Ассоциации страхователей Украины. Эта общественная организация уже 10 лет помогает автомобилистам добиваться компенсации по автогражданке. Здесь заверяют, случай Максима Терещенкова не единичен. Иногда выплат автомобилистам приходится ждать годами. Страховым компаниям это только на руку. Доход, который они от этого получают, посчитать несложно. Только в Донецкой области почти 1 000 000 машин. Минимальная стоимость страховки для отечественного автомобиля с маленьким объемом двигателя и опытным водителем за рулем обойдется в 400-500 гривен. Если это автобус или грузовик, то сумма увеличивается в 2-2,5 раза. Получается, что ежегодно страховые компании получают от автомобилистов региона минимум 450 миллионов гривен. Из них, по оценке Ассоциации страхователей Украины, на выплаты идет меньше половины. Все время отрицательное, то есть все время увеличивается количество жалоб. Это просто одно из проявлений стремления страховой компании в максимальной степени увеличить прибыль. У нас это можно делать путем невыплат. То есть, к сожалению, со стороны государства не проводится эффективный контроль за деятельностью страховых компаний, которая позволяет страховым компаниям вести себя нагло по отношению к клиентам. За 8 лет существования обязательной автогражданки Леонид Хорин помнит только 2 случая, когда за недобросовестную работу страховые компании лишали лицензии. Остальные же, несмотря на многочисленные жалобы, продолжают работать. Поэтому перед оформлением страховки сначала советуют знакомиться с отзывами о компаниях. Такую информацию можно найти и на сайте Ассоциации страхователей Украины. Примерно 80 компаний, которые занимаются этой видом страхования, полтора десятка, тем, которым можно доверять. Остальные, грубо говоря, шурики. Вот. Поэтому, значит, на этапе заключения, вот посмотрите эту информацию, да, там она приведена в виде таблицы, где, условно говоря, хорошие страховые компании отмечены зеленым цветом, сомнительные желтым цветом и те, которым вообще обходить 10-й дорогой надо, красным. 90 дней после подачи всех необходимых документов. По закону это максимальный срок, в течение которого страховая компания обязана выплатить компенсацию. Почему же некоторые фирмы затягивают этот процесс на годы? По мнению адвокатов, зачастую страховые компании просто пользуются юридической неграмотностью клиентов. Часто люди забывают указать расчетный счет, куда перечислить деньги. Страховая основывается на том, что у нас не было возможности ему перечислить, мы не знали куда. Оставить обязательно все свои реквизиты для того, чтобы гражданин выполнил свое обязательство, предоставил все документы, всю информацию о себе, расчетные счета, куда надо перечислять и что надо перечислять. Чтобы ни один из документов случайно не потерялся, юристы советуют передавать их под письменное заявление с перечислением всех бумаг, которые вы предоставляете страховой компании. И обязательно в 2 экземплярах. В 2-м экземпляре вы ставите отметку для страховой компании в получении. То есть у вас есть уже доказательства того, что вы официально обратились в страховую компанию. Затягивают выплаты. В связи с этим у лица есть право взыскивать пеню, право взыскивать проценты и инфляционные выплаты. Пеня – это 3% годовых за неисполнение должностного обязанности согласно Гражданскому кодексу. Взыскать пеню за задержку страховых выплат можно через суд. Если же выплаченная по автогражданке страховка не покрывает всех расходов на ремонт машины, добиваться возмещения разницы юристы советуют от виновника ДТП. Для этого нужно сохранять все квитанции на покупку деталей и ремонт. Эти рекомендации не дают 100% гарантии быстрого получения страховки, но могут значительно сократить сроки. Дело о расстреле в Приватбанке. Родственники погибших требуют смертной казни для подсудимых, а родные подозреваемых настаивают на их невиновности. В понедельник Ворошиловский суд Донецка приступил к рассмотрению дела нападения на ВИП-отделение Приватбанка. Напомним, разбойное нападение было совершено 29 декабря. Ворвавшись в помещение, грабители в упор расстреляли охранника и 4 сотрудников финучреждения. На скамье подсудимых 5 человек. Максим Рудычев и его кум Сергей Ломака проходят как основные фигуранты. Именно они, по материалам следствия, проникли в отделение банка и расстреляли сотрудников учреждения. Остальные – это соучастники, которые продавали оружие и устанавливали в отделении видеонаблюдение. В зал суда их доставили под конвоем. За 15 минут до начала слушания одному из подозреваемых стало плохо. Пришлось вызывать скорую. Однако переносить из-за этого заседания суд не стал. Как и заверили медики, состояние здоровья позволяет подсудимому участвовать в процессе.
Родственники погибших на первое заседание суда пришли с цветами и фотографиями своих близких. Для убийств своих детей они требуют самого строгого наказания – смертной казни. Какое наказание может? Расстрел. В свою очередь, родные одного из основных фигурантов Максима Рудычева настаивают на его невиновности. Доказывать это они собираются во время последующих судебных заседаний. Били, издевались. Любовь признался. Доверим дневного своего мужа. И видела его через полчаса после происшествия, как хотят сказать. По словам государственного обвинителя, уголовное дело нападения на отделение Приватбанка – это 19 томов. В них собраны все доказательства вины подсудимых. Представлены они будут позже во время судебного следствия. Мы сейчас начинаем оглашать обвинительное заключение. И после оглашения обвинительного заключения уже суд перейдет к судебному следствию. Будут допрошены подсудимые, потерпевшие, свидетели, исследованы все доказательства по делу. Это 19 томов уголовного дела. Там есть заключения экспертов, все протоколы следственных действий. Основное дело – это в отношении Рудычева Максима Евгеньевича и Ломака Сергея Андреевича, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 части 2 Уголовного кодекса Украины. По данной санкции предусмотрено максимальное наказание – это пожизненное лишение свободы. Обвинительное заключение состоит из 240 страниц. Оглашать его будут в течение 5 дней. К рассмотрению дела по существу планируют приступить уже на следующей неделе. Серийный грабитель ювелирных украшений задержан в Донецке. Около месяца молодой человек срывал с прохожих золотые цепочки. Нападал средь бела дня исключительно на женщин. По подсчетам правоохранителей, жертвами злоумышленника стали не менее 8 человек. Суммы ущербов колеблются от 2 до 15 тысяч гривен. Жертвой грабителя стала 20-летняя девушка. Злоумышленник напал на нее сзади, когда она возвращалась из магазина. Пострадавшая сразу вызвала на место сотрудников милиции, но задержать по горячим следам преступника не удалось. В последующие несколько недель с подобными заявлениями правоохранителям обратились еще несколько человек. Все нападения происходили в промежутке между 12 и 2 часами дня в безлюдном месте. Жертвами становились исключительно женщины. Преступник нападал сзади, срывал с шеи цепочку и убегал. Иногда грабил даже мам с маленькими детьми. Вот там райотдел. Данное преступление были взяты на контроль в связи с тем, что они приобрели признаки серийности и начали отрабатываться лица, ранее судимые за аналогичные преступления, которые отбывали наказание, либо были судимы за рывки цепочек, открытые хищения. В ходе отработки данных граждан, лиц был установлен ранее судимый, который привлек наше внимание. 28-летний мужчина до этого был судим за кражу золотых цепочек. Освободился в начале года, но на работу устраиваться не спешил. Зарабатывать на жизнь решил старым проверенным способом. Выходил в город, видел женщин, срывал с них цепочки. И убегали, да? Да. Залаживал их в ломбард. Я очень сожалею, каюсь, прошу у них прощения, извинения. Больше жизни такого совершать не буду. За очередную серию грабежей мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Часть похищенных ювелирных украшений правоохранители уже изъяли и вернули владельцам. Сейчас проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. Не исключаю, что это далеко не полный список криминальных похождений молодого человека. Показывает милицейская практика, чаще всего провоцирует нападение сама жертва. Увесистая золотая цепочка на шее одинокой идущей женщины – легкая добыча для грабителя. Чтобы не стать жертвой уличного преступника, можно отказаться от украшений, а можно просто следовать простым рекомендациям. О них в нашем следующем сюжете. Очень часто в летний период, когда люди не носят большого количества одежды, мы можем подвергнуться атаке людей, которые пытаются похитить наше имущество. Таким имуществом являются сумочки, цепочки, различные украшения. Вот так это может случиться с вами. Очень часто предметом хищения служит не сама цепочка, а какой-либо висящий на ней кулончик. Либо украшение, либо медальон. Сам медальон может не представить ценности, но его, допустим, яркий блеск, блеск каких-либо камешков, может привлечь внимание злоумышленника. Как правило,
Кроме этого, можно попытаться укрыть украшение, если вы, допустим, едете домой через парк. То есть, если вы обычно заботчиком носите наружу, на рубашке, вот таким вот образом, спрячьте ее за воротник, застегните ворот. Меньше соблазнов, меньше неприятностей. Если уже такая ситуация случилась, вы идете, на вас украшение, есть потенциальный злоумышленник, который готов сорвать с вас ваше украшение. Единственное, что вы можете сделать, это перед тем, как он придет, перед тем, как он потянется, это просто прикрыть рукой шею и кинуться вперед. Как правило, если у человека не получилось сорвать цепочку с первого раза, такой тип преступников, такого плана, он обычно не продолжает нападение, не стремится к ограблению. Его задача всего лишь сорвать цепочку и быстро скрыться. Еще одна опасность в этом может таиться, что медальон может висеть на какой-нибудь не металлической цепочке, а, допустим, на леске, на веревочке прочей, на капроне. И в момент рывка человек может получить серьезную травму. Травму шеи, травму гортани. Ну, один из вариантов внешности украшения, но мало кто на это согласится. Тем более, особенно девушки наши дорогие. Если вы уже их носите, лето, жара, естественно, носите наружу на выпуск. Избегать мест, где это может произойти. То есть избегать безлюдных мест, избегать в вечернее время парков, избегать носить их на выпуск в криминогенных районах. Кроме этого, можно попытаться укрыть украшение, если вы, допустим, едете домой через парк. То есть если вы обычно заботчиком носите наружу, на рубашке, вот таким вот образом, спрячьте ее за воротник, застегните ворот. Меньше соблазнов, меньше неприятностей. Если уже такая ситуация случилась, вы идете, на вас украшение. Есть потенциальный злоумышленник, который готов сорвать с вас ваше украшение. Единственное, что вы можете сделать, это перед тем, как он придет, перед тем, как он потянется, это просто прикрыть рукой шею и кинуться вперед. Как правило, если у человека не получилось сорвать цепочку с первого раза, такой тип преступников, такого плана, он обычно не продолжает нападение, не стремится к ограблению. Его задача всего лишь сорвать цепочку и быстро скрыться. Один из вариантов, который больше подойдет для лиц, спортсменов, которые чем-либо занимались, которые могут оказать сопротивление более или менее, скажем так, профессионально, это следующее действие. Как только рука подошла к вам, вы, наоборот, прижимаете ее к себе. Ваш противник по инерции продолжает движение, а вы двигаете его вниз. Таким образом, вы собираетесь его удержать до приезда правоохранительных органов или патруля. Больше информации о событиях в области и стране читайте на нашем новом портале union.ua. Здесь вы сможете не только посмотреть программы, но и узнать самые свежие новости. Будьте в курсе последних событий с информационным порталом union.ua. А если вы хотите, чтобы о происшествии, очевидцем которого вы стали, узнали все, или у вас есть интересная тема для нашей передачи, пишите нам на электронный адрес camera.union.tv@gmail.com или звоните по телефону 095-295-1989. Это были главные события минувших 7 дней. Я с вами прощаюсь. Пусть в объектив вашей камеры попадают только приятные события. Увидимся ровно через неделю.